28 мая в Каспийске состоялось празднование Всероссийского дня пограничника. В связи с этим в городе у памятника пограничникам прошло возложение цветов в память о погибших. Для всех присутствующих была организована праздничная программа с участием пограничников, военной прокуратуры и многих других. Основная цель праздника довольно важная – это показать и доказать всем, какой мощной сверхдержавой является Россия, а также поднять боевой дух стражи наших границ. В этот день принято вспоминать тех, кто отдал свою жизнь, защищая рубежи России, а также не забывают в этот день о ныне живущих героях. Причем в свой профессиональный праздник «Зеленые фуражки» получают поздравления не только от родных и близких, но и от чиновников самого высокого уровня. Так, поздравить пограничников прибыли заместитель председателя правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов и Рамазан Джафаров, начальник пограничников управления ФСБ России по Республике Дагестан генерал-лейтенант Андрей Карпенко, жены пограничников и другие. Я поздравляю всех пограничников с праздником. Желаем крепкого здоровья, тепла, радости, уюта в их домах, чтобы у нас граница всегда была на замке. Мирного неба над головой. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу пограничников.